Танцевали, как в мае 45-го, и возле театра «Щелкунчик». Сегодня там воссоздали настоящий фронтовой концерт. В парадных формах горожане вальсировали под аккомпанемент военного оркестра. Известные песни военных лет вместе с военными исполнили ансамбли, солисты театра балета и студенты театрального института. Этот концерт – реконструкция фронтового. Баллада «Главная роль в жизни» посвящена артистам агитбригад, которые прошли дороги войны вместе с бойцами. Чтобы создать атмосферу военных лет, на улице разбили полевую кухню, в фойе театра устроили выставку архивных документов и фотографий, а на сцене дали спектакль. Во время Великой Отечественной артисты играли на передовой, в короткие перерывы между боями, в блиндажах и в переполненных госпиталях. Под музыку провожали на фронты и уходящие эшелоны. Для нас это большая была честь провожать эшелоны. Каждый эшелон у нас всегда был на счету, и мы всегда их всегда сопровождали. И всегда мы всегда одевали парадную форму, и всегда это было традицией.